пулей бах и хлещет меня убойно. Очень я люблю психоделические войны. Эффективный комбо на 100 хитпоинтов в темноте. Отпиздил бабушку свою, спасибо кислоте. Пихал член в анал, порвал залупу в гамбургере, нашел два молочных зуба. Делали прививку в больнице, заразились СПИДом. Познакомился с девушкой, оказалась пидор. Дури в голове, да дури, шифрануться сложно. Я знаю точно, невозможно, невозможно. Фанаты Дима Билана улыбнулись мило, а я лежу в кровавой чиче, как хуила. Сказал сам себе счастливого пути, сам спустил курок и вышиб себе мозги. А это правда, что интереснее ощущение нет, чем эта длинная дорога на тот свет. Холодно, темно и сыро, чем-то воняет противно. Мажет, бодрит, отпускает, даже как-то непалевно. А повсюду лица, рожи, тени, ебальники. Все мне кричат: счастливого пути, парень. Положенец Женя Олю на себе женит. Та залетела животом, вот это положение. Перед тем, как хоронить могильщик, смотри в оба. Гоголя хуел, проснувшись внутри гроба. Из лодки смотришь, как мимо проплывает мина. Ограбил банк и не заводится машина. При операции погибла пациентка Зинка. Хирург видит ножницы на рентгеновском снимке. У Антона Уральского снова с инетом баги. Хардкор — это когда посрал и нет бумаги. Смотришь на фото ГНКшников и ты везде. На улице встречаешь Драго и ДСД. Когда Чак Норрис с вертухи метит в Мудино. Когда с планом берут Володю Путина. Когда в багажнике везут в лес. Когда на Пасху узнаешь, что Иисус воскрес. Стала ездить на такси твоя девушка Люда. Когда минет стал самой ходовой валютой. Когда на свадьбе невеста садится на карты. Смотришь в зеркало, а там нихуя не ты.